Всем привет! Вы на канале Милана Старт. Ребята, посмотрите, что у нас есть. Это зефир, кинетический пластилин. Из него можно слепить что угодно. А самое главное, это то, что он не теряет форму, даже если вы его ставите на столе. В общем, говорить о нем можно очень много. Давайте мы лучше покажем его в деле. Да? Милан, кого мы будем лепить? Зайчика. Мы будем делать... фиолетовую, да, зайчика? Ну, давай. Он мягкий, очень легкий пластилин. Ребят, данный пластилин предоставлен, смотрите, в таких расцветках. А есть даже неоновый, светящийся в темноте. И есть еще с блестками, светящимися в темноте. Так что, представляешь? Вот это, наверное, неоновый. Вот он, светящийся в темноте. Белого цвета, а этот он зелененьким цветом. Вот, а есть еще неон с блестками. Попозже мы его покажем. Вот так просто блесточки видны, но они светятся в темноте. Вот такой у нас зайчик получился. Классный? Он легкий, к рукам не липнет. А он не ломается? Форму держит, но если мы его запечем, то он не сломается. Смотри, Милаш, я сделал желтый мячик. Он даже прыгает. Видишь, какой попрыгунчик? А после замка что будем лепить? Замка? Да. Корабль. Корабль? Ну, давай попробуем. Пострелял. О, смотри, какая башня. Там даже ворота есть. Вот, вот овальные ворота. Видишь? Ну, давай я буду пробовать кораблик. Кораблик. Как думаешь, поплывет? Пошел на дно, мне кажется. О, ушка наша. Мне кажется, воды у нас мало просто. Он плавает. Видишь кораблик? Он плавает. Только воды надо добавить. Видишь? Качается на волнах. У нас гигантская ушка больше, чем корабль. Кстати, главная фишка зефир — это то, что готовую фигурку можно запекать в духовке, и она станет твердой, после чего ее можно будет окрашивать акриловыми красками. И она станет цветная, яркая, прочная. Представляешь, Милан? Милан, давай попробуем сделать бабочку, потом запечь ее в духовке и раскрасить. Мы ее сделаем фиолетового цвета, а уже разукрашивать будем цветными красками, да? Вот сюда бабочки красивые, да, цветные. Так, что у нас есть в наборе для запекания? А, есть белый пластилин, который как раз таки можно красить. Есть бумага для запекания. Сделаем несколько бабочек, да? Кстати, светящийся пластилин, их запекать нельзя. А вот там светится, что где написано, запекать нельзя. Потому что они светятся. Наверное, после запекания они теряют свои свойства. И перестают светиться в темноте. Специальный нож. Надо вот тут зарезать излишки. У меня вот. Да, тоже есть нож красного цвета, да? Да, вот с лопаткой. О! Итак, фигуры наши готовы для запекания. Отправляем их в духовку. Пока наши фигурки запекаются, мы с Миланой сделаем звезды морские, которые светятся в темноте. Милашка делает у нас звезду со светящимися блестками, а я сделаю полностью светящуюся звезду. Я понимаю, почему он называется зефир, потому что он на самом деле как зефир. Да? Мам, а ну выключай нам свет, мы сейчас посмотрим. Да, выглядит, он заряжается. Видишь, как светится, Милашка? Да. Еще. Видишь? А мы тогда посмотрим на эти блестки. О, вот они под каким-то фиолетовым светом светятся. А вот это?
А это не светится, потому что он из обычного. Там есть только три блесточки, там не светится. Я думаю, такие наборы, так вот, ну что, будем разукрашивать наши фигурки. Вот этот человечек у нас. Три бабочки и мишка. Разукрашивать будем? Да. Ну что, давай, красим? Да. Вот такая бабочка. Она еще не высохла. Еще не все высохло у тебя? Вот и еще вот одна бабочка. Он запачкался. Руки он запачкался. А у тебя красная бабочка, да? Ой, она разваливается у нас. Вот. Давай будем прощаться с ребятами. Ребята, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И комментируйте наши видео. Пока-пока. Пока-пока. Ha ha ha!